крайней пераменная воблачность, пераважна без ападков, только у день в особных районах Витебской области краткочасовые дожди, магчымы навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер неустойливый слабый, температура по ветру у ночи плюс 13-19, у день плюс 25-29, по полднем заходе до 31 градуса тепла. И завтра в областных центрах Витебску плюс 25-27, Могилеве Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродне 28-30 выше нуля, в Бресте плюс 30-31. У Минску без остатных опасностей температура по ветру у ночи плюс 14-16, в день 26-28 градусов тепла. С новинами и прогнозом надворья вас познакомим Игорь Емельянович, служба информации «Радио Столица». Добрый вечер.